Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 25 июня. День пассивный и напряженный. Центр напряжения – максимализм. Центр гармонии – оригинальность. Овны. Хорошие возможности в посреднической сфере. Активнее подключайте имеющиеся в наличии ресурсы. Помогайте родителям и не торопитесь создавать себе сложности. Тельцы. День хорош для переговоров, встреч и контактов. Особенно в сферах коммуникации, жилищной и средств массовой информации. Учитесь видеть потенциал и перспективу. Близнецы. Для вас время начнет расширяться. Частота событий нарастать, а промежутки времени между ними сокращаться. Все стремитесь делать вовремя, не откладывая на потом. Раки. Вы вне конкуренции по гармонизации окружающего пространства. Сегодня силы природы на вашей стороне. Действуйте активно, особенно в творчестве и на производстве. Львы. Все течет, все меняется, хоть и плавно, но неизменно. Занимайтесь текущими делами, рассчитывая в основном на собственные силы. Сегодня у вас время свершений. Девы. Хорошие шансы на успешные операции в бизнесе. Причем ситуации противостояния и выбора лишь добавят вам преимуществ и приумножат ожидаемый результат. Весы. Благоприятное время для профессионального и карьерного роста. Проявляться это будет постепенно и плавно. Правда, присутствуют в процессе и скрытые угрозы репутации. Скорпионы. Жизнь учит не стремиться к идеалам. Это касается и результатов профессионального труда. Просто нарабатывайте твердые навыки. Они – залог вашего дальнейшего успеха. Стрельцы. Героизм – это способность проявить свои лучшие качества в экстремальных условиях. Хорошо это или нет – без комментариев. Главное, будьте к этому сегодня готовы. Козероги. Сегодня удача может постучаться в ваши двери, причем гости она будет скрытой и тайной. Очень кстати будет навестить друзей или заняться укреплением здоровья. Водолеи. Если удастся мобилизовать ваш внутренний потенциал на решение актуальных и насущных задач, то результат может превзойти ваши самые смелые ожидания. Рыбы. В финансовой сфере масса всевозможных неожиданностей. Главное, чтобы они были приятными. Кризис в творчестве и хорошие перспективы личностного роста.